100 килограммов макулатуры спасают одно дерево, а сдать на вторсырье можно практически все, что под рукой. Картон, офисную бумагу, тетради, старые записные книжки и потрепанные книги. В последний четверг октября экологи всего мира отмечают День без бумаги. Это не значит, что нужно отказаться от использования бумаги в принципе, но отличный повод задуматься над тем, целесообразно ли мы ее используем и сократить лишние расходы. Нет, это не представляется возможным в принципе никак. По причине того, что постоянно нужно делать какие-то заметки, постоянно отправляются письма, корреспонденция. То есть в основном это все именно бумажные носители, и без бумажных носителей мы не можем пока обойтись. Мы именно документооборотом бумажным занимаемся, у нас архивы, мы сохраняем всю документацию организации, и поэтому бумажные носители в этом плане для нас это необходимая вещь. Легко. Мы практически ей не пользуемся. То есть у нас все в электронном виде, то есть это... Даже вспомнить не могу, когда последний раз что-то распечатывали. То есть нам проще все хранить на компьютере, и как бы всегда можно посмотреть. Анна Ложкина занимается экологическим просвещением. Рассказывает, один и тот же лист бумаги, если речь идет о плотной офисной, может быть переработан до 5-7 раз. Но в пункты приема бумагу нужно сдавать, освободив предварительно от скотча и скрепок, сухую и чистую. Конечно, бумага не так опасна для экологии, как пластик, но если есть возможность дать ей вторую жизнь и тем самым спасти хоть одно дерево, почему бы этого не сделать? Вы можете попробовать начать с того, что вам несложно. Когда у вас получаются дома какие-то бумажные отходы, например, вы выписываете газету, либо без вашего ведома вам кладут бесплатную газету в почтовый ящик. Это можно не выбрасывать в мусоропровод, а складывать и там раз в месяц сдавать на акциях по приему вторсырья, либо хотя бы, если вам тяжело ходить куда-то или отслеживать эти акции, всю накопленную бумагу за месяц завязывать в пакет непромокаемый и класть в синюю сетку около дома. Вывозящие компании, они должны направлять на сортировку отходы из бака, который предоставлен для раздельно собранных отходов. В день без бумаги человечество вовсе не призвано отказаться от бумаги совсем. Человечество призвано задуматься о том, сколько бумаги мы используем, сколько бумаги нас окружает. Дайте кто-нибудь бумагу. Не могу, сегодня день без бумаги. По мнению экологов, отказываться от туалетной бумаги не стоит, и уж тем более ни в коем случае не нужно заменять ее влажными салфетками. Вот не дай бог. Туалетная бумага – это вот как раз-таки тот пункт, от которого мы не откажемся никак, но грамотно подойти к выбору туалетной бумаги – это вот то, что мы должны сделать. Любые влажные салфетки, хоть они называются одноразовые, они одноразовые в плане нашего применения. А для природы они очень долговечны, потому что все сделано из нефти или газа, это не тканый материал, они разлагаются достаточно долго, если вообще сказать разлагаются. То есть можно твердо сказать, что ни одна тканевая салфетка с момента изобретения человечеством еще не разложилась. Из переработанной бумаги производят упаковку для мебели и бытовой техники, кассеты для яиц и туалетную бумагу. Причем не только серую, но и белую. Правда, ее стоимость гораздо выше, чем у бумаги, сделанной из первичной целлюлозы. Связано это с тем, что инфраструктура сборки и переработки вторсырья пока не настолько развита, чтобы производство было дешевым. Из какого сырья бумага сделана, можно уточнить и на этикетке изделия. Тем, кто решил сократить расход бумаги, стоит отказаться и от одноразовых стаканчиков для кофе. Переработке они не подлежат. Но на части пластиковые, потому что внутри бумажного стаканчика есть полимерный слой, позволяющий стаканчику дольше держать влагу. То есть бумажный стаканчик не промокает, потому что он не совсем бумажный. Конечно, альтернатива есть, многоразовые кружки, термосы. Я вот сейчас греюсь об него в такой прохладный день. Вот. Мне дарит тепло эта кружка уже, наверное, года полтора. Еще один способ сократить бумажные расходы – использовать офисную бумагу повторно, чистой стороной для черновиков, и не покупать новые книги. Мы сейчас находимся около библиотеки. Там практически все книги, какие выходили в последние 10 лет, любые бестселлеры, они есть в наличии. И даже если чего-то сейчас нет в наличии, например, выдано на руки, все разобрали, вы можете это скачать в электронном виде, либо в библиотеке по подписке прочитать там. Также можно обмениваться прочитанными книгами с помощью буккроссинга. Сейчас в каждом районе Самары есть пункты приема вторсырья, куда можно сдать не только бумагу и картон, но также и пластик. А если доехать до них не представляется возможным, можно на дом или в офис заказать экомобиль. Эта услуга бесплатна, машина приедет даже за небольшой стопкой бумаги. Виктория Шаре, Константин Головин, События.